Привет. В первую очередь ТДшникам без тормозов. Отдельный привет для моих подписчиков. Для вас это будет неожиданный формат, новый на моем канале. Собственно, я Олег. Каналу уже 5 лет. В нынешнем состоянии, в котором сейчас вы его видите со всеми этими видосиками и прочим. Все 5 этих лет это было просто отдых, релакс, хобби. Давайте немножко по порядочку. Первое. Знакомство с индустрией. Во время учебы, еще в колледже, это было давно уже неправда, насколько мы знаем, слишком я стар, я начал знакомство с 3D Max. Я вот, честно говоря, не знаю, не помню, насколько, откуда и где я узнал про него. Но я помню, даже купил тогда по нему учебник. Да-да, знаете, такие еще бумажные были. Книжки, диски, все дела. Без этих ваших интернетов. И, в общем, я в тот момент понял, что моделить это не мое. Но там был, я очень хорошо запомнил один урок по симуляции с частицами. А именно симуляция там была, типа, капли воды вылетают с фонтана, падают, и там были такие разводы даже на воде оставались. И вот, вот это вот мне в душу запало. Я думаю, это был тот ключевой момент, когда я понял, в принципе, плюс-минус, что мне в этой индустрии интересно. Но этот момент я отложил на очень долгие годы. Я забросил, потому что учеба, армия, работа, плюс еще этот задротство в эту игру, как ее там, которую донатить нужно все время в жизни. Честно говоря, вот повторный свой возврат к этой индустрии я на 100% вот не могу вспомнить и сказать, что послужил это толчком. Но я познакомился в какой-то момент, а точнее где-то 5-6 лет назад с After Effects. И вот здесь я почувствовал удовольствие от того, что я могу создавать видеофоны, motion графику и, в общем, оживлять картинки. То есть сделать какую-то свою идею оживить, заставить двигаться. Слишком долго я застрял в этой паре. Я сижу в этой зоне комфорта уже достаточно давно, не год, не два, ну, собственно, 5 лет. Получается, в целом, если уже хобби настолько плотно вошло в твою жизнь, там приносит какую-то копеечку, где-то там есть канал, есть Инстаграм, есть какие-то заказчики, есть еще что-то. Ты находишь какие-то свои материалы, которые ты давно создал, где-то на задворках интернета, даже не на задворках, ты там, бах, там самое удивительное, когда я нашел свою картинку на сайте NASA, вот это было бы, вот это ни хера себе. Эти чувства стоят многого, дорогого. И, в общем, на фоне всего этого должно быть осознание, приход того от хобби, что в этом хобби ты можешь стать каким-то специалистом. И заниматься тем делом не просто на уровне отвлечься от реальности и прочего, а на уровне как смысл жизни, наверное. Возможно, громко сказано, но я думаю, вы меня поймете, те, кто увлекается подобным. Чего я хочу достичь? Что я хочу? Хороший вопрос. Я хочу создавать еще более масштабные и живые миры, воплощать их в жизнь и заставлять оживать эту статическую картинку. И я хочу выйти за рамки этого одного шота. Я хочу двигаться в направлении Virtual Production и, ну, в целом Unreal и анимации как таковой. Спасибо за внимание. Спасибо Джону, Джой Центру за этот пендель. Спасибо моим подписчикам, ваши комментарии, лайки. И это очень важная поддержка. Это то, что мотивирует меня. Ребята, спасибо вам. Всем удачи. И до встречи.